филиал «Восточный» был образован в 2016 году в рамках объединения автобусных парков Москвы в филиалы. Филиал «Восточный» обслуживал восточный и юго-восточный административные округи города Москвы. Основной площадкой филиала «Восточный» являлась экскурсионная площадка «Дангуировка» на 5-й кабельной улице, которая являлась ранее вторым автобусным парком. Помимо эксплуатационной площадки «Дангуировка» на 5-й кабельной улице, ранее второй автобусный парк, в филиал «Восточный» входили эксплуатационная площадка «Новокосино» на проектируемом проезд номер 326, ранее «Новокосинский автобусно-троллейбусный парк», эксплуатационная площадка «Гальянова» на Монтажной улице, бывший 10-й автобусный парк, и эксплуатационная площадка на Новорязанской улице, бывший 4-й автобусный парк и 2-й троллейбусный парк. С 2017 года эксплуатационная площадка на Новорязанской улице, бывший 4-й автобусный парк и бывший 2-й троллейбусный парк, на маршруты подвижной состав не выпускает. Вместо них выпускает на маршруты Новокосинский автобусно-троллейбусный парк, площадка Новокосино. При этом эксплуатационная площадка Новорязанская, 2-й троллейбусный парк, с 2017 по 2022 год использовалась для хранения музейных и старых списанных автобусов-троллейбусов, которые числились на балансе ГУП «Мосгортранс». С 2022 года эксплуатационная площадка 2-й троллейбусный парк была переоборудована в торговый центр «Фудмолл 3 вокзала». Площадка 4-й автобусный парк также на Новорязанской улице переоборудуется в филиал музея «Московский транспорт». 25 августа 2020 года площадка «Новокосино» прекратила выпуск троллейбусов на маршруты филиала «Восточный». С 15 января 2024 года филиал «Восточный» был расформирован, и все действующие площадки филиала «Восточный», площадка «Дангуировка», «Новокосино» и «Гальянова» переданы под управление филиала «Северо-Восточный». Филиал «Восточный» навсегда ушел в историю.